Бхагавата-сева-я. Бхагавати-уттама-шлоке. Бхагавати-уттама-шлоке. Бхакти-бхавати-найштики. Бхакти-бхавати-найштики. Продолжаем читать Шримад-Бхагавата, песня 3, глава 31, которая называется «Скитание живых существ», стихи 24-25. Сам он не может даже отказаться от того, чем его кормят.
Бывает, что ребенок плачет, потому что хочет материнского молока, но нянька, решив, что у него болит живот, дает ему горькое лекарство. Ребенок не хочет принимать его, но у него нет возможности отказаться. Таким образом, появившись на свет, он оказывается в очень незавидном положении и продолжает страдать. Хари Кришна. Патито бхувья сримишак, виштхадур ива чештате, проруя тигате дьяне, випарита гатингата. Ребенок падает на землю, перепачканный калом и кровью, и шевелится в куче испражнений, как червь, родившийся в навозе. Он утрачивает высшее знание и громко плачет, оказавшись в объятиях майи. Парачхандам на видуша, пушьямана джаненаса, а на бипретам апамнах, пратьякшаса манишвара. После того, как ребенок появляется на свет, он попадает в руки людей, которые не способны понять, что ему нужно, и эти люди выхаживают его. Ему дают то, чего он не хочет, а беспомощный младенец не может даже отказаться от этого. Очень красочная картина чувственных наслаждений в материальном мире. То есть каждый человек в силу тех или иных обстоятельств пытается наслаждаться тем, что к нему приходит в процессе жизни в материальном мире. Но, как говорит Шрила Прабхупада, по поводу этих всех наслаждений, он приводит пример человека, который попал в аварию, у него множество переломов, и он лежит в больнице, в травматологии, на растяжке, у него там перемотаны руки, ноги, гипсы, позвоночник, все, как это сказать, он неподвижно привязан ко всему этому, чтобы минимум шевелился. Но при этом, когда к нему приходят друзья, родственники и спрашивают, как у него дела, он говорит странные вещи. Да, он как минимум умудряется сказать нормально. А некоторые говорят хорошо. Шрила Прабхупада сразу задает вопрос, а что это за хорошо? Так как это может быть хорошо? Да? А что касается рождения детей, то для многих это не просто хорошо, это здорово. Но все бы ничего, если бы не страдания живого существа, которое родилось. То есть одна из причин, почему ребенок плачет и кричит после того, как выходит из утробы матери, да, то, что ему очень больно. И при этом, при всем, происходит еще одна вещь. Мало того, что ему и так больно, его еще бьют по жопе. И родители думают, что это здорово. И тут недавно преданных один услышал по поводу рождения такую интересную вещь. То есть, ну, я не уверен, что это откуда-то из священных писаний, но как-то, ну как, мне понравилось просто сам подход к жизни, да, что из четырех вещей, которые озвучены в том стихе, о котором я вчера говорил, Адипурши Прабху, да, там точнее там 5 стихов, то есть 13 главы с 8 по 12 стих, да, там говорится о том, что одним из аспектов знания является четкое понимание того, что старое рождение, болезнь и смерть есть зло. Да, так вот, из этих четырех зол, как я услышал, да, рождение является самым большим злом.
Почему? Потому что когда мы играем, уже все, нам уже, как это сказать, если мы идем в ад, то там нам еще какие-то. Но если мы вели более-менее благочестивый образ жизни, то скорее всего, что мы страдать уже не будем. Да, то есть мы попадем на райские планеты, и вся наша жизнь это будет сплошной, как это будет преданный, говорит, экстаз. Но рождение – это интересная штука. То есть оно само по себе, то есть ребенок фактически, ну так, здесь описывается в этой главе, если мне память не изменяет, то с месячного возраста практически все чувствует. Да, и за это время в утробе матери успевают скопиться различные продукты его собственной жизнедеятельности. И во всем этом заводятся разные глисты, червяки, всякие микробы. И они, как это, немножко пытаются есть его тело, потому что ей же что-то надо. И они, соответственно, его кусают. Так, и ребенок начинает дергаться в утробе матери, что ему больно. А в это время родители думают, что он играется с ним. Так, и наслаждаются этим. Мне, я когда анализировал эту ситуацию, это было интересно, если бы, ну, как бы ребенок мог ответить, но когда родители вслух говорят об этом, да, вот, и он бы это услышал, и он это слышит. Да. И единственное просто, что он не может сказать ничего. Вот. Но у меня такое ощущение, что если бы ребенок мог сказать, то, конечно, мне кажется, что родители много интересного бы о себе услышали. И вот такая вот жизнь, она и мало того, что живое существо там находится, ну, вот в этой жидкости, которая скапливается внутри утробы матери, еще, ко всему прочему, там рядом находится желудок матери, который, когда она ест, разогревается настолько, что там, ну, серьезная температура. Рядом с желудком все это происходит. Да. И ребенок, который уперся головой в верхнюю часть утробы, да, как раз ощущает на себе все эти прелести процесса пищеварения матери. Вот. И он, ну, пытается от этого убежать, да, а мама в этот момент снова ой, тра-та-та, тра-ля-ля. Да. А, ну, как бы ребенок, ну, совсем не радуется всему этому. И представляете себе, вот если она еще съедает что-то не то, так, как говорится в предыдущем стихе, что-то слишком острое, или просто даже острое, даже не слишком, просто острое, да, или горькое, или кислое слишком, или слишком соленое, да, то ребенок тоже все это чувствует на себе. И он не может с этим ничего сделать. То есть он не может убежать от этого. И не то чтобы убежать, он даже по большому счету пошевелиться нормально не может. Почему? Потому что там все очень, очень плотно. Да, и вот он там сгорбленный, скрюченный, у него там голова практически между коленей аж. Вот. И это все на протяжении 10 месяцев. И говорится, что если повезет, да, то живое существо, оно вспоминает о 100 своих предыдущих жизнях. Ну, в общем, такой серьезный комплект получается. То есть мы думаем, что мы там, попав в какие-то сложные ситуации, думаем, что мы страдаем. Нет, по сравнению с тем, что происходит в утробе матери, это можно сказать, что это не жизнь, а лафа. Потому что ребенок, который находится в утробе, да, он мало того, что, ну, как бы переносит
все вот эти условия, связанные с процессом пищеварения, с процессом жизнедеятельности самого себя, вынужден терпеть неудобные условия, в которых он там находится, то есть очень маленькое, очень тесное помещение. Вот. Современные кровати там тоже не выдают. Вот. То есть всякие эти ортопедические матрасы отсутствуют в том месте. И как бы пойти в магазин себе его купить, он тоже не может себе этого позволить. Но при всем при этом, да, здесь говорится, что если повесил, да, он вспоминает еще о своих 100 предыдущих жизнях. И начинают мучиться из-за того, еще ко всему прочему, начинают мучиться из-за всех тех своих греховных поступков, которые он совершил в этих жизнях. И хотя он находится внутри жидкости, то утопиться он не может. Вспомнить все то, что он вытворял в своих предыдущих жизнях. Потому что, ну, так вот устроена природа, что, ну, не утопишься, даже если захочешь. И ребенок вот вынужден все это страдать. Самое главное, что живое существо в 7 месяцев, это правда не всегда происходит, говорится, что это действительно особая милость Господа, когда живое существо в 7 месяцев, проведя 7 месяцев в утробе матери, вспоминает о Верховной Личности Бога. Да, и становится способным начать возносить молитвы. То есть вот это действительно особенная, особая милость Господа. И все то, о чем говорит живое существо в своих молитвах, когда вспоминает о своей связи с Верховной Личностью Бога, оно напрямую связано с тем его благочестием, которое он в своих прошлых жизнях, чего он видит. Да? И я хотел прочитать небольшой отрывок из той самой 13 главы, из тех пресловутых 5 стихов, в которых Кришна описывает то, что он называет знанием. Амани двамадам витвам, ахим сакшан тиртаргавам, ачарья упасанам шаучам, харьям атма виниграха, индриятхе шварагьям, анахакам, эвача, кьямма, джамма, мритюджа, вирви, дукка троша, анударшанам. Интересно, анударшанам, тоже говорится непосредственно видение. Асактир анабхи шванга утрадара грихадишу нитям часам ачиттатвам ишта ништо папаттишу мои чананья йогина бхактир ая вичарини вивикта деша севитвам аратир джана саммади сам сади, адьятма гьяна нитьятвам, татва гьяна артха даршанам, этаж гьянам ити проктам, а гьянам яд атам ятхаам. Смирение. Отсутствие тщеславия. Отказ от насилия. Терпение. Простота. Обращение к истинному духовному учителю. Чистота. Постоянство. Самодисциплина. Отказ от того, что приносит чувственное наслаждение. Отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезнь – это зло. Самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее. Невозмутимость в счастье и горе. Непоколебимая, безраздельная преданность мне. Стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины – это я являю знанием, а все прочее называю неверством. Это есть одна история брахмана, который
потом повернулся, ну, как бы увидел последствия своей деятельности. Да, он так скривился очень сильно. Ну, и так, типа, фу. Ну, и в этот момент произошла одна очень странная вещь. Вот эти вот последствия, они так на него глазками так из-под лоба посмотрели и сказали: а что ты скривишься? А говорит, еще вчера я был, говорит, замечательным дружбином. Вот. Но только, говорит, из-за общения с тобой, я, говорит, превратился в то, из-за чего ты сейчас кривишься. И когда живое существо попадает в материальный мир, оно очень часто кривится из-за общения с тем, что сталкивается в этом мире. И постоянно пытается свои проблемы свалить на кого-то другого. Но фокус заключается в том, что все проблемы, которые в нашей жизни существуют, они у нас появляются только по одной единственной причине. То есть проблема их появления является только одна вещь или одна личность. Или, как в этой истории сказано, да, общение с одной личностью. И вот мы должны это очень хорошо в своей жизни понять, что мы должны перестать давать вот такое вот ужасное общение всему, что нас окружает. А потом из-за чего мы же кривимся, набираемся наглости кривиться. Да, и быть недовольным тем, что происходит в окружающем нас мире. И как в конце этой главы и в стихе, вот в этом стихе, в конце 31 главы, там будет говорить Господь Кирилла об этом. И в этом стихе, главной частью, основной частью стиха из 13 главы, да, этих 5 стихов, является вот эта вот часть, где говорится: «Мы чанания йогина бхактир агьягичари». Да, то есть мы должны стать на путь преданного служения Верховной Личности Бога. Да, тому вот, которому сейчас, да, пуджари проводят замечательный путь. Да. И началом этого пути является повторение всего лишь 3 слов. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Внимательное повторение этих 3 слов приводит к замечательным результатам. И один из них — это то, что мы сами становимся лучше. И второе — это то, что мы перестаем общаться со всякими какашками. На этом я остановлюсь. Если будут какие-то вопросы, дополнения, исправления, пожелания. Объясните, пожалуйста, какую роль в теле человека играет мозг, если, ну, говорится о том, что маленький ребенок, он еще, ну, не сформировавшемся теле, уже сознание его работает, он молится Господу, да, ну, опять же, если так милость есть, да, ну, вспоминает свои прошлые жизни, вот, выходя из тела, ну, это уже как бы после смерти, да, или там клиническая смерть, да, видит свое тело, понимает, что это тело, то есть тонкое тело существует. Связь между мозгом и тонким телом ума. Никакой. Никакой. А для чего тогда нужен мозг человек? Для того же, для чего и все остальное тело. Создать иллюзию. Не более. Единственная причина существования всего, что окружает душу, это просто как можно глубже погрузить и вылить. Все, больше этого нет причин. То есть ты хочешь думать, что что-то твое, вот тебе целый комплект, думай.
В интернете, если хотите, можете посмотреть, там есть человек, который попал в аварию, его, ну как бы, я не помню, что-то там, какой-то небольшой процент мозга только остался. Поэтому у этого человека два высших образования, он как действовал, он так и действует сейчас. Вчера Никурушев приводил пример девушки, которая показывала огромные умственные способности, но когда она умерла, то есть вышла из тела, при вскрытии показала, что у нее мозг был съеден болезнью, да, Альцгеймером. То есть я просто думал вчера, медитировал, какая же связь получается? Никакой связи. Да. Вы говорили, что страдание рождения, ну, это же шанс жизни вернуться к Богу, да, посредством рождения. Ну, так, почему да, это звук? Ну, потому что это не лучший вариант вернуться к Богу. Ну, а как тогда, допустим, я вот узнала... Не то есть есть какой-то более безболезненный вариант? Ну, безболезненный, но если душа уже не в материальном теле, а как-то же к Богу вернуться надо, да, через рождение. Да, в таком случае, это да. Почему это да, зло? В таком случае. А какой еще? Ну, что кроме рождения. А какой случай тогда, ну, есть еще вернуться к Богу, если не рождаться? Как это? Не тупить в духовном мире, вообще сюда не приходить. Нет, ну так уже случилось, уже же пришел. Уже же после такой. Я об этом говорю, что ну, если уж пришел, то уже ладно. Рождайся, и вот как сделал Шукадева Госвами, да, сразу уходи, даже не оглядывайся. Отец, мать, там зовут, не зовут, сразу ушел и все, что вообще не приятно. Это обязательно звук рождения? Обязательно. Ну почему? Ну просто хотя бы потому, что обязательно придут болезни, обязательно придет старость. Ну так а почему это все? Ну это же руками надо там долги отдать. Но все равно это шанс подняться выше. Ну, я просто услышала. Мата, да я понимаю, просто не перемешивайте эти две вещи. Пожалуйста. То есть и из-за того, что мы начинаем смешивать пользу от человеческой формы жизни и те проблемы, которые вместе с ней приходят, мы начинаем несерьезно относиться к духовной жизни. То есть мы начинаем думать, что ничего страшного в этом нет. Ну, не смешивайте эти две вещи. То есть польза есть, нет сомнений. От человеческой формы жизни нет сомнений, есть польза. Но почему? По той простой причине, я еще раз объясняю, потому что мы вынуждены переносить страдания. И на самом деле, вот только что они описывались, сейчас, просто даже еще в утробе матери, сколько страданий живое существо переносит. Если мы думаем, что это здорово, ну или как минимум ничего страшного, то это уже проблема. То есть это значит, что мы не сможем быть, просто не сможем быть решительны в своем желании, в своих попытках уйти из этого мира. Вот это нас все время будет держать в материальном мире, все время будет оставлять до тех пор, пока мы не поймем, что это зло. Причем самое большое зло, которое только может быть. Вот, мы не сможем быть решительными в своей духовной жизни. Я не помню точно, какой из Пурана есть стих, да, что... Надежды, да, надежда убивает упорство. Там перечисляются разные вещи, и среди них вот, ну, также говорится об этом, что надежда убивает упорство. Да, надежда на счастье в материальном мире убивает упорство на духовном пути. И вот до тех пор, пока хотя бы небольшая примесь этой надежды будет на то, что в материальном мире можно как-то удобно устроиться, ну или так, скажем, неплохо себя чувствовать. Да, вот этого упорства, духовной практики, не будет настоящего. Вот. Мы должны понять для себя, что однозначно ничего хорошего не будет. Я сейчас говорю не с позиции ребенка, а с позиции вот, ну, тех женщин, которые детей рождают. Во-первых. Во-вторых, ребенок, ну, насколько я понимаю, сам же себе родители выбирает, да? Ну, душа нет, в смысле. Нет. Ну как? Ну, причем, во всяком случае, Бхагавад-гите говорит, что живое существо, пока получает материальные тела, оно не способно выбирать. То есть его материальная энергия загоняет те условия, которые он заслужил.
служил своими прошлыми поступками. Но это не так, что живое существо выбирало, а не родиться. Но все равно это шанс. Я, мама же, я понимаю, что ну, для вас это очень такие сильные, очень серьезные стихи. Но я сейчас, ну, не подумайте ни в коем случае, я не пытаюсь как-то, ну, вот, просто матать и вообще обидеть. Вот, и сказать им, что они, ну, должны, как шоколадовые с вами, все уйти все в лес. Вот, потому что все равно это не получится сделать. Как бы я на этом не настаивал, я бы этого не хотел сам. Ну, просто никто не сможет этого сделать. Вот, но матеря должны тоже понимать, что ну, это не самый хороший вариант для существования живого существа. И прикладывать все усилия к тому, чтобы те дети, которые у них рождаются, чтобы они больше никогда не рождались в этом мире. Чтобы никогда снова не оказались в утробе матери. Понимаете? То есть в этом ответственность на самом деле женщин в сознании Кришны. Понимаете? Стать серьезными и самим понять, какое это зло огромное. Вот это вот рождение и все остальное. Это уже тех детей, которые уже родились. Да. А я говорю, что сами страдания, ну, они уже идут, но это шанс, все равно шанс какой-то дживе, да, вернуться к Богу. Да. Ну так почему тогда это зло? Через страдания, через страдания, через слезы. Хорошо, но если это происходит, вы же сказали, есть два варианта, да? Ну а какой второй вариант? Ну я же говорю, второй вариант, это вообще, ну как это сказать, вовремя одуматься и вообще не приходить в материальный мир. То есть, чтобы вообще не получать рождение. Понимаете? Или вот то, как сделал Шукадева Госвами. То есть для мальчиков это примерно вариант. Но хотя вот по истории Ганги Матери и какие еще одна была времена в Господном Читании. Не помню. Они тоже там молодыми девочками ушли из семьи. Хотя там родители планы какие-то были. Замуж катать, ну что ж. Они просто такие вовредованы все. Ничего. Это редкие души. Вот. А я понимаю, что это очень непростая ситуация. Когда с одной стороны ты чему-то очень привязан, с другой стороны, ну, ты понимаешь, что это приносит огромные страдания. Но именно поэтому нам очень легко становится реализовать вот это вот четкое, ясное понимание того, что я должна постараться приложить все усилия к тому, чтобы этот человек больше никогда не попадал в эту бумагу. Сейчас вот родился, уже все, ничего с этим не сделал. Но моя ответственность в том, чтобы больше не родился, чтобы это была последняя жизнь этого человека. То есть эти книги не для этого описывают эти страдания, которые живое существо переносит в процессе жизни. Как Шрила Прабхупада говорит, что из невыгодной сделки там максимум пользы. То есть уже так произошло, родился, все, ничего с этим не происходит. Вот. Но наша ответственность родителей заключается в том, чтобы больше не рождался. Если мы не хотим, чтобы он снова проходил через эти страдания. Поэтому я понимаю вашу, я очень хорошо понимаю вашу материнскую привязанность. Вот. И я очень хорошо понимаю, что ну, это огромный шанс человеческой формы жизни. Это я понимаю. Но еще лучше, если мы сделаем так, что не мы сами, не те, кто идут за нами, больше не появляются на мире. Понимаете? То есть для нас лично, чтобы мы глупости не делали для них. Да, я понимаю, что ничего хорошего в этом нет, даже в этой замечательной теоретической форме жизни. Вот. Она все равно приносит кучу страданий, какая она хорошая не была. Вот. И для того, чтобы, если у нас есть дети, чтобы мы ответственнее поступили к их воспитанию, к их взращиванию. Чтобы мы приложили все усилия к тому, чтобы они очень развивались. Поэтому очень хорошо, когда родители, еще когда ребенок в утробе, да, поют киртаны, читают книги о Кришне, повторяют Хари Кришна внимательно. Да. То есть я вижу последствия. То есть у меня так случилось, что у меня тоже
родился взрослым. И я понимаю, что большинство из того хорошего, что в его жизни происходит, происходит только потому, что в свое время слышал все это и сам повторял. Хотя сейчас он как-то не реагирует на это особо, не привязывает. Вот. Но в жизни очень много вещей, которые происходят. Хотя я не могу сколько, 22 года, я уже никогда не пробовал, не пить, не курить. Даже не пробовал. Вот, я понимаю, что единственная причина, почему так у него происходит, то, что когда-то повторял проект, когда был маленький еще, там, года 8-9. Поэтому постарайтесь сделать так, чтобы, если вдруг какая-то жива родится в вашей семье, устройте его жизнь таким образом, чтобы это было последнее время, чтобы следующее рождение было в Вриндаване. Слышал, спросил моего учителя, что такие четыре принципа рождения, старость, болезнь и смерть, они страшны для гьяны. Для человека, который обременен, для гьяны страшны. Это приводит к страху, это его конкурсу, где дети. Он говорит, для преданного это не является как бы страшным чем-то. Для общества преданного, вишка, лучше, лучше. Рождение это хорошо, потому что рождается, ты смог заниматься этим служением. И ему все равно вроде бы вообще ракету. Но дур практиковал, то есть потом старость тоже хорошо, разделение уходит, все-таки уважают, то есть тоже это не хорошо. Там болезнь, болезнь заставляет больше когда с Кришной. И смерть, смерть это встреча с Кришной. Так что за первым это не обязательно. Так говорят, ачарьи. Вот я держу. Да, и при этом эти ачарьи чего делают? Как только у них малейшая возможность появляется, смыться из этого мира, они сразу ее пользуются. Они оставляют книги. Да. Да, это их дети. Они решили, что это лучшее, лучшее, как это, рождение. Да, то есть когда в их семье рождение получает книга. Это здорово. Которая потом будет следующим помогать выходить из этого мира. То есть это не должно быть таким импульсом в практике, потому что это больше вагин бабкость, это больше деятельности страха, это ну, как бы не наша тема, это пьяно, это насчет наше, не наше, я не уверен, что это уместно сейчас говорить об этом. По той простой причине, что для того, чтобы это стало не наше, сначала этого уровня нужно, до него нужно еще дотопать. То есть, а это тяжелый труд. И этот тяжелый труд основан как раз на, вот том самом, на той самой гьяне, вайрагье, на тех самых видах и нишелах, вот, как раз на этих вот, на вайне садане, когда человек из страха что-то делает. То есть человек не сможет со старта по-другому действовать, это редкое исключение. То есть просто время привязывается к вайску бабки, и они как бы думают, что ну, это как бы их конек до конца жизни. Потом я разочаровываюсь, почему я не плачу от лишних, почему я повторяю шнешни, почему я до сих пор боюсь как бы, общаться с видом, почему я очень недостаток. Потому что бабки могут привести к привязанности к лишним. Это не есть самоцель. Ну, сейчас такая проба, это не есть самоцель, надо дотянуть до конца, там, перекрыться, дотянешь до конца, и это будет тебе благо. Но это благо, но это благо, не больше. Ну, а где об этом говорится, что это не больше, чем благо рая? Потому что даже... Не почему, где это сказано? Ну, что в этой власти максимум, к чему она способна привести, это рай. Прабхупада говорит, что 80% учеников и 60% рай. Это другой вопрос. Но проблема не в том, что они практикуют вайны бхакти, а проблема в том, что они его неправильно практикуют. Неправильно. Так это другое дело. Но не надо говорить о том, что практика вайны бхакти это что-то не то. Все то, просто его надо правильно практиковать. То есть там помимо видхи и нишеды, есть еще кое-какие вещи, которые человек обязательно должен принять. Вот. Поэтому вайны бхакти это целый комплекс мер, это не что-то однобокое, односторонное. И результатом вайны бхакти правильным результатом бхакти, вайни бхакти, естественным образом, является рагануга садана. И уже результатом рагануга садана является рагатника. Это естественный период.
естественные ступени. Если мы будем через них перепрыгивать, это создаст проблем больше на самом деле, чем если мы будем как-то привязаны к вайдисадхане. Просто правильным образом это сделать, и все будет нормально. То есть это естественно приведет к развитию. Ну, это не сама садхана в физическом плане, а умонастроение. Мы практикуем из страха, потому что мы грешны. То есть, потому что Господь нам не интересен, а нам интересен, как можно в Бога задействовать в своем служении. И это становится проблема, потому что проповедь именно это, на Брахма-гьяну. Вот проповедь такого рода, это проблема, да. Но вообще это проблема не является. То есть правильное общение, оно все управляет. То есть на начальном этапе неофит обозначает, что он не соображает, как действовать. Вот. И именно в этом ответственность старших, да, чтобы человека правильным образом вести по духовной жизни. И не позволять себе пользоваться младшими преданными как источником каких-то, ну, выполнения каких-то своих проектов. Потому что обычно, когда старшие преданные проповедуют такие вещи, они именно эти подразумевают, чтобы младшие всегда были под их руководством, чтобы, не дай бог, не вышли из-под их контроля. Вот. Но мы в материальном мире ничего удивительного в этом нет. То есть все ошибаются. Так материальный мир устроен. Вот. Поэтому очень важно, чтобы мы не акцентировались на каких-то аспектах, которые могут проявляться. Да, а наша основная задача заключается в том, чтобы мы сами правильно практиковали свою духовную жизнь и обучали других тому, как это правильно делать. Вот. И один из очень хороших моментов, это когда мы перестаем быть категоричными, что говорим, что что-то правильно или что-то неправильно. Потому что, ну, категоричность уже обозначает, что это неправильно. Если, например, в чате говорят, что об опасности в Рахунской Бхакти, о проповеди... Где это они такое говорят? Бхактинанда Гуру. Где? Чистейших Шамаритов. Также... Хорошо, хорошо, если вам не сложно, вы покажете мне. Манавшикши. Потому что я не уверен, что это так. Он говорит о опасности в Рахунской Бхакти. Но... Маша Сампада, на такой проповеди. Да, врач, что о Вриндаване говорить нельзя, а в таких темах говорить нельзя, но не квалифицировано, и никогда не квалифицировано. Нет, но опять же, это ж, вы же тогда так и говорите, ну, с этого же тогда и начинаете, а то вы говорите об опасности Вайкунтха-бхакти, ну, сразу с этого начинаете. То есть вы же тогда, ну как, опять же, утверждение правильно делаете. Вот, вы же тогда и говорите о том, что есть преданные, которые говорят о том, что мы не доросли еще до врача Прайма. Это другое дело. Это другое дело. Вот, то есть мы не можем определять, до чего мы доросли, до чего нет. По той простой причине, что это Кришна решает, куда мы пойдем в конце жизни. То есть наша задача максимально прикладывать усилия к тому, чтобы практиковать лучший из методов, которые Кришна хочет, чтобы мы практиковали. Вот. А уже Кришна решит, куда мы попадем. На Вайкунху, или в Вриндаван, или в Дварах, или еще куда-то. То есть этот преданный должен оставить на его усмотрение, а не сам принимать решение, как я буду, как, ну, кем я буду в духовном мире. Ну, вообще этот преданный решает, это его уровень. Это его решение, это не является нормальным. Это достижение какого-то такого совершенства уровня, это является нормальным желанием, даже руководством. Вот, то есть мы решаем, как он садом практикует, Кришна ли с Марам Бхаван. То есть о чем ты помнил из жизни, ты будешь помнить смерть, да. Если же не так, то что смысл будет? Да, Господь Читания, что говорит по этому поводу, когда они задают вопрос относительно свободы живого существа? Что, какую практику ты практикуешь? Не-не-не, что Господь Читания говорит по этому поводу? Он говорит общий принцип. Нет. Он говорит принцип для тех людей, которые еще не доросли до определенных вещей. То есть мы сначала должны дорасти до того, чтобы принимать решение. Пока мы не доросли до этого, мы должны вот просто действовать так, как сказал Господь Чайтанья. И то, что Рупа Госвами говорит, Рупа Госвами об этом говорит уже позже. После того, как он описывает аж целых 19 глав в Бхактирасамрита Синдху, которая посвящена именно Вайди Садхане. Или это не Рупа Госвами написал?
То есть он полкниги посвящает. Если это настолько ненужная вещь, зачем он тратил столько времени и сил, чтобы описать это все и показать подробности, как живое существо может идти по духовному пути, должно идти, если это все не важно? Не то, что не важно, то, что должно привести к привязанности. Но какое? Это Кришне решает, позвольте. Сами не принимайте этих решений. Потому что если мы самостоятельно это делаем, ни о каком служении речь не ведется. Это говорит о том, что я наслаждаюсь. Раз я принимаю решение, как я буду служить Кришне. А не предоставляю возможность Кришне решить, как он хочет, чтобы я его порадовал. Нет, есть свобода выбора. Свобода выбора есть. И она связана с тем, что я хочу порадовать Кришне. Как слуга. Я хочу порадовать Кришне, как слуга. То есть я просто служу Кришне, и все. Но раз уже это уже... Это Кришна решает. Как не сердце решает. Кришна решает, а не сердце. Потому что в сердце куча анархии. И это потом анархия принимает решение, как действовать. Поэтому не спешите с принятием решений, как вы служите, как вы хотите служить Кришне, как вы будете служить Кришне в духовном мире. Сначала очиститесь от анархии, а потом уже все остальное. Часто когда мне говорят, что делать просто очищение на только да, то ступень. То вы сначала очиститесь от них. Но те же самые преданные, те же самые ачарьи говорят, что все наставления должны быть уместными. Они должны вовремя делаться. Ни раньше, ни позже. Поэтому не спешите обвинять преданных в том, что они говорят только в Адди Садме. Ничего в этом предусудительного нет. Сначала мы должны подняться, выйти за рамки Вайды Садхана, потом уже получать следующее наставление. Ачарьи говорят, что наставление, данное преждевременно, становится такой же причиной деградации, как и наставления, которые не даются вовремя для роста. Понимаете? Это проблема, и ну, она и в том, и в другом. То есть как раньше время, так и если мы тормозим чей-то духовный рост, это тоже плохо. Но это ответственность старшего преданного, а не самого человека. А вот ответственность самого преданного, да, это принято решение, что я просто слуга. Живера Сварупа Хая Кришнара не тебя даст. Ни гопи, ни садха, ни, ни родители. Да? Они тебя даст. Все. Для начала этого достаточно. Ну, начало сколько? Лет 20, все. А это зависит от того, как вы будете ощущать свое сердце. То есть это от вас зависит. Вот ваша решимость стать слугой сделает ваш процесс очищения сердца быстрее. И чем вы более решительны, тем быстрее будет это происходить. Это приходится собрать свою руку. Ну, это о чем говорит? О том, что я контролирующий, то есть я почти как Бог. То есть это говорит о майаваде в нашем сердце, которое процветает на себе. Комментарий еще попадает, что тщательно говорит сердце, вдохновляет преданного после уровня ништи. Непосредственно. Очень важное дополнение. После уровня ништи. Очень важное слово ништха. То есть тщательно и ништха. Это очень важное сочетание. То есть до ништы надо дотопать еще. И дело не во времени, а в том, как вы правильно следуете процессу. И насколько вы решительны в том, чтобы очистить свое сердце. И лучший способ очищения сердца, какой Шрила Прабхупада его озвучил, очень здорово в момент своего года. Нет. Как ни странно, но нет. То есть не просто разговоры друг с другом, а сотрудничество. То есть в том, как мы будем сотрудничать друг с другом, вот именно в этом заложен успех. Если мы сотрудничаем с преданными наилучшим образом, тогда наше сердце будет очень быстро очищаться. То есть вот это метод очищения сердца, самый быстрый. Если вы хотите за полгода, за год там, очистить свое сердце, сотрудничайте с преданными. Очень быстро очистите. Очень быстро. Мне кажется, они уже боятся. Сотрудничать? Или духовной практикой заниматься?
После. Надо, как это, не... Ну, в принципе, есть чего бояться, факт. Потому что в материальном мире все притаскивают сюда кучу нас с собой. Вот. И бояться, в принципе, есть чего, потому что эти сотрудничества будут сопряжено с очень сильными страданиями, разочарованиями и всем остальным. Вот. Но я уже сегодня говорил о том, что то, что нас окружает, напрямую отражает наш внутренний мир. То есть мы сюда притащили с собой сами кучу нас. Но при этом рассчитываем, что это люди, которые нас окружают, все святые не должны. Ну, я думаю, что это немножко, ну, как это, наглостью отдаёт. То есть я сам, как бы, как в этом стихе описывается, в какашку упал, вот, в земле вывалился, вот. Но при этом рассчитываю, что, не так, то есть, выпал из утробы, в которой был всякий смрад, вот, но при этом в тот мир, в который я попадаю, я рассчитываю, что он будет чистый, стерильный. Это невозможно. Просто по той причине, что ты с собой вместе вытащил из утробы матери весь тот мусор, которым ты сам же себя там и окружил. Это ж твой же мусор. Но при этом мы обижаемся на мир, который нас окружает, и ругаем его за то, что вот он такой нехороший, ну, весь какашка. Так извините, это ж твои же испражнения. Ну, почему мир обвиняется в том, что он какой-то не такой? Это ж ты их с собой приволок из утробы матери. Ты тут намусорил, и при этом этот мир обвиняешь, который ты сам вымазал, в том, что он грязный. Ну, тогда убери за собой, потом ты можешь, ну, как-то, чтобы требовать от других. Но сначала надо убрать, а не просто кричать и возмущаться, что тут все грязно. Убери. То есть мы должны быть последовательны. Мы должны быть последовательны, мы должны быть... должны очень хорошо, очень четко для себя понимать, что мы сами себя представляем. Это очень важно. Вот. Хотя то, о чем вы говорите, что человек должен быть установлен чистой проемой, в раджа проемой, нет сомнений. Шрила Прабхупада даже в одном из баджанов, да, говорит о том, что цель движения сознания Кришны – это танец рас. Понимаете? Вот. Ну там просто он конкретно говорит, это танец рас. Но это наша конечная цель. Прежде чем мы это сделаем, мы должны пройти, ну, очень серьезно потрудиться. То есть мы должны просто впрячься, да, и работать, трудиться. Вот. И тогда Кришна Према станет нашим естественным достоянием. В момент смерти все придет. Вот. А в течение жизни лучше вообще не париться по поводу того, что я там в духовном мире. То есть позвольте это Кришне решать. И тогда он вас в самые близкие отношения с собой приведет. Но позвольте, пожалуйста, ему решать. Это лучшее из преданий. То есть не только служить Кришне, но и позволить ему решить, как я буду служить ему в духовном мире. Это вообще это идеальный суд. А? Кришна? Но у вас еще есть гуру. Даже если Кришна не надежна, у вас еще есть гуру, который очень надежен. Именно поэтому Кришна и говорит о том, что тот, кто вручает себя моему преданному, да, он никогда не погибнет. И преданный никогда не погибнет. И тот, кто следует этому преданному, тоже никогда не погибнет. То есть он всегда окажется лучше условия. Вот. В конце концов, наша задача не в том, чтобы какое-то конкретное положение занять, а в том, чтобы свою природу реализовать, да, сочиться на нас. То есть если у нас будет это все, какая разница? Но если мы еще Кришне предоставим возможность решить за нас, как он хочет, чтобы это все происходило в духовном мире, я вас уверяю, что Шримати Радхарани и Кришна, они не будут над вами издеваться. Серьезно, они не могут. У них нет такого желания мучить живое существо. Я вас уверяю, они позаботятся о том, чтобы ваша участь была наилучшей. Без того, что она не будет.
что они очень заботливы о родителях. Харе Кришна. Я остановлюсь. Извините, что немножко затем.